Снова всем здравствуйте. Вышел на гору посмотреть клубнику. Она уже есть. Вот они, ягодки. Зеленоват еще один бочок. Но пособирать можно. Еще у меня одна задача — посмотреть одну травку где-то здесь. Такая высокая, ростом. Лобозник называется. Мне ее надо нарвать. Вот я с этой целью сюда и приперся. А еще тут собаки выгуливаются. Вот тут две, я вижу. Одна сейчас плавала, там кого-то ловила. Так что тут надо ухо востро держать. Поцарапают, покусают. Ладно, будем лазить. Потом пойду вверх, в гору. На ту сторону уйду через гору. И там посмотрю еще. Что будет интересное, покажу. Вот, насобирал. Вкусно. Караул. Вот уже сколько. Пошел процесс. Зато вкусно. Угощайтесь. Ну вот сколько я насобирал. Вон сколько. Все, пошли дальше. Вот они. Зелененькая еще. Вот красненькая. Вот. Вот осекочка муравьиная. Колокольчики, они всегда крупненькие почему-то. В большинстве случаев. Тут еще земля маленько удобренная, потому что здесь постоянно коровы паслись. Сейчас их что-то не видать. Где они здесь? Коровок не видать. Зверобой попер. Маленько наберу зверобойчику. Это вот вкусно пахнет. Прям четко. Вот мне надо нарвать ее. Все. Иди сюда ближе. Да не буду я к твоему гнезду, если оно вот там где-то рядышком. Я вообще иду мимо. Айда, проводи дедушку. Вот он. Вот это вот похоже на пустырник. Но это не пустырник. Он такой же, но не такой. Облепиха. Походу ее маленько швартнуло морозом. Где это она? Сидит где-то, крякает. Ням-ням-ням-ням. Только раздражил сам себя. Ну, у меня есть вон, я могу эту спороть. Но мне ее надо принести. Матушку угостить свою. Жену, в смысле. Она будет ее нюхать, долго на меня смотрит. Говорит, сорви меня. Сорви меня.
Махачка такая. И нет махачки. А вон побольше есть. Она зелененькая. Я вообще не стрескал. Если я ее не стрескаю, его мыши стрескают. Второй раз я не пройду, она засохнет и помрет. И хоть так и финиш. Ну, что я говорил. Вот ее уже где-то похрумкал. Он съел. И она упала красненькая. И оторванная. Значит, что надо делать? Надо ее тут рвать. Повыше не видать. А пониже. А пониже вот. Да. Не так я люблю рвать, я люблю сел и пополз. И встал. Только тогда, когда ведро полное уже. Вот это да, вот это ягодки. Но на это надо, чтобы ушло часов несколько. За час ведро не наскребешь. Ни по какому. А это вообще, вон, смотри. Смотри, какая она переспела. Она вообще, она сладкая. Все, баста. Вон сколько. Нет, вы только понюхайте, как пахнет. Понятно? Вот так вот. Ой! Что, все собрались за клубникой? Не собрались? Ё-моё. Если бы мне так показали, вот так вот, на понюхай. Вкусно пахнет? Я бы уже убежал. А я и так убежал. И нюхаю. Фух. Ай. Если вы не верите, что это вкусно, ну и не верьте. Смотрим. А ну куда идти-то? Вот, смотрите. Красно все. Хоть она и меленькая, я ее буду собирать. Вот и все. Потихонечку, полигонечку. Таким вот макаром мы и наскребем. Мал-мал. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть. Лишь бы погода стояла. А нам дожди обещают. Нора, кто там? Мыши? Мыши, наверное. А может и не мыши. Да нам без разницы, кто там. Все не заберем, не понтуйтесь. Всем останется, всем хватит. Сейчас вот эту выкашу. Лужайку я. Так, все, двумя руками попер. Хапуга. Чуть повыше. Поднимусь граммчик на одну. А нет, еще надо. Так, так. Так, так, так. Так, 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 так. Фух, получается? У меня вроде получается. Вон там вверху еще есть. Еще вниз. Ну я же говорю, здесь на мотике ехали. Вот я иду по следу мотоциклетному. Вот он, след мотоциклетный.
Ладно, пройдем потихонечку. Посмотрим еще что-нибудь, вроде увидим. Вот сколько насобирал. Вот сколько насобирал. Запотело. За пол баночки. Пол бутылочки. Литровая или двух? Двухлитровая. Обрезанная. Ну это что получается? Литр-то я уже смело, значит, наскреб. Водочки. Ты какая. Иди сюда. Иди сюда. Щелк. Щелк. Это хороший звук. Щелк. Мне он нравится. Да. Не так уж все и плохо. Вот они. Щелк. Зелено все. А вот эти-то я заберу по-любому. Раз, два. Пусть доходит. Все. Выкопали. Спрашивается. Зачем копали? Вот для чего они это рыли? Вот дорога, объезд. Не умеете рыть, не ройте. Решили тут, ага, а не проблему. Ой. Это вкусно пахнет. Прям. В чай. К чаю. Вон еще кустик такой же. Я на заварочку возьму. Заварочку еще вот к этой. Вкусно. Ну и ладно, и этот заберу. Давай, все. Вот, для заварочки. На чаечек, на чашечку. Ростом какой вымахал. О. Вот тебе и борщевик. Или пучка, или как ее называют, хрен не знаю. Так, кто крапивы хотел, вот крапива. А тут хвоща вон сколько. Здесь хвощечок, смотрите, какой хвощ. Какая елка красивая. Видал? Елочка такая. Хвощ полевой. Весной ли он? Пугает меня. О! О! Смотрите, какая красивая. Вот ее я и стрескаю.
Можно черенки солить. Такой бережок здесь. Круто. Ё-моё. Я не понял, это что такое? Груз, что ли? Это что такое? Не рано ли? Это не грусть. Пусть ест тебя кто-нибудь другой. Это сыроежик, наверное. Серый или какой он? Голубой или похож. Такой сухой. Ну что ты понты колотишь так, а? Пожрались. Грибы идите ешьте. Шишечек наберем. Иван чаек здесь у нас рядышком. Вон какой уже. Блестит весь. Шишки. Все, они уже крепкие стали. Фу, кислющие и горчущие. Шишечки есть? Тут шишечки нет. Зато есть мать и мачеха. Вот ее сколько здесь. Рви не хочу. И тут шишечки есть. Нету? Есть шишечки. Прошлогодняя или что это она? Все, закидался дед. Скорее всего, их тут собрали. Тут что у нас? Тут у нас малина. Завязи есть. Много. Малина будет. Не расцвел еще. Не расцвел. Ну и не повезет, да зря. Че ноги бить? Ё-моё! Вы видали, не? Нифига себе шляпа! А ему хана. Да не, нормальный. В копилку. Так, надо по сторонам теперь смотреть.
Нифига, под осиновик, под березовик, то есть. Рогоз. Никто не ел такой. Говорят, камыш, камыш. Ну камыш, кому камыш, кому не камыш. А мы ели. Что-то с огурцами пахнет. Угу. Сейчас побольше выделил. Вот это. Ой. Вот это вкусное. Отросток, который. Сейчас я его вытру. Все, я с голоду помираю. Как клык какой-то. Мягенький, вкусный. Ну, Виктория какая. О, какая. Ну все, я пополз. Бабушке отнесу своей. Все, пошел я собирать. Чем хороша земляника, она сразу чистенькая идет, без всяких пестиков, тычинок. Все, пойдем дальше. Без всяких пестиков, тычинок. А что дальше? А это что? Кому оставили? А тут кто будет собирать? Папа Карло, что ли? Нифига себе, целых две штуки. А это что? Это для кого тут осталось? А там еще вон. Нет, так не пойдет.
Давай, католик, приступай. Это что за новости? Снимай свой рюкзак. Иди работай. Все, пошел я. Нормально все. Снизу зайду. Вот они. Погнали дальше. Вот сейчас только ходил, здесь не было. Пошел назад, уже есть. Ну вот тут то же самое, надо собирать. Попьем. Попадем тут. Вот квадратик небольшой ягодок. Сейчас их будем собирать. Вот такая вот Виктория. Она съедобная.
полная. Вот я тут пыхтел, ползал и наползал. Сейчас я ее закрою. Готово. О, какая красивая гроздь. Прям. В омут с головой. Черноголовка. Вот это черноголовка. Выпьем без остановки черноголовку. Что-то я пробовал с ней чай, что-то он мне не понравился. Ну-ка, тут заглянуть, что. О, ягоды сколько. Она вся зеленая. Что, повыбираем? Раз, два, три, четыре. Так, вот это иди сюда, вот это иди сюда, вот это иди сюда. Так, вот это, вот это. Что они растоптать, вас нафиг здесь. Спейте. Я еще приду за вами. Четко. Ну какой-то он это. И цветы ядреные, а листа-то нету. Ну ты че, Иванушка? А, Иванушка? Тут он уже бутоны дал вам. Ну и что тут рвать? Тут даже рвать нечего. Он тут какой-то не такой. Я его и рвать такой не буду. Он что-то мне не нравится. В прошлом году он здесь был лучше. О, коршун. Уток испугал. Там сокол летает, или кто они? С
спуститься бы, конечно, но что-то мне неохота туда спускаться. Тут болотина. Впереди-то я ее могу перейти. Не, пойду поверху по дороге. Или через лес уйти. Нет, через верх пойду. Костер горит где-то. Кто-то что-то где-то ждет. Облепиха. Это все облепиха. Она цвела, а ягод нету. Что за херня? Вот это вкусно. Кисленькая. С горечью. Вот шишечки хорошие. Вот сосенку к ней никто не подходил, наверное. Видал, сколько здесь шишек на ней? Прям немерено. Кругом. Вот я ее сейчас наберу. И сделаю без термической обработки. Ну-ка, все, вот к этой подойду еще. Ну вот сосна. На ней много шишек. Вон сколько. А на этой сосне шишек нет. И я их уже собрал. Все, валим. Здорово, рыбаки. Ну, хвастайтесь. А? Хвастайтесь. Да, ничего не поймали. Вообще, что ли, ничего? Вообще. А что так плохо? Заморозили ребенка? Кого? А вот. А он себе еще плюс маленько это сжег. Майку. Майку сжег. Это вы костер жгли? Да. Да? Нельзя же костры сжечь. Он сказал, что можно. Мы потом водой затушили все. Молодцы. Еще ладно, и прыгали. Погнали. Погнали домой. А дедушка шишек тут убирал. Варенье буду варить. Не знали? А вот это охранник или что-нибудь? Нет. Как пришли?